В одном доме читаются молитвы, мантры, как это влияет на нас позитивно. Молитвы читает мама каждый день, 80 лет, деменция. Говорить бесполезно, я читаю мантры, эзотерика, вдруг задумалась, можно ли так? Да, можно, все в порядке, и то, и другое между собой. Все во благо, все в плюсы, все дает нам радость, счастье, везение, удачу, успех, добавляет денег, добавляет здоровья, радости, везения и всего остального.